слышали такую вещь, что новый Silent Hill что-то пока не делают. А вот тут разработчики игры Холод про перевал Дятлова решили, что о них давно не было слышно. И сделали новую игру под названием Husk или Шелупонь. Давайте попробуем поиграть. Здесь есть русские субтитры, впрочем, как в прошлый раз. Попробуем. Пора испугаться, чуваки. Играю днем, я знаю, но черт возьми, я тут всегда день. Я просто живу за полярным кругом целых 6 месяцев в году. Matt, wake up, we're almost there. Matt, проснись, мы почти приехали. What? Че? What's going on? Симулятор поезда. Почти в Шиверклифе. This is where Daddy Здесь рос папка. В этой вонючей дыре. What's your language? Следи за языком. Yes, this is да, это папин родной город Why Московской области. А почему тут ни разу не бывали? We just never просто... got around to it. Ну, не получалось never у нас. Got to it for the Где 13 лет, что я живу на свете? Sure. Понятно. Знаете, как я до 12 well, лет не бывал на Красной площади? Это нормально. Я хотя жил Now где-то в 40 километрах от нее. I just think you might be disappointed. Или до 10 лет. Maybe he's changed. You know, I believe anyone can Может, он изменился? Я думаю, что любой yeah. может измениться. I hope he's changed. Надеюсь, что он изменился. Иначе поездка будет очень короткой. Макдак, если в городе нет, нафиг такой город, чуваки? Даже Биг Тейсти не поесть. Значит, приехали. Потерпеть не можешь. Нет, мне очень надо. Сходишь со мной? Ладно, хорошо, идем. Вот нефиг кофе пить, смотри, у тебя там кофе, газировка, все мочегонное, ссать будешь, блин, 3 ручья. И моча будет розовая. Ладно, давайте отправляемся. Симулятор, блин, это как будто узник Азкабана начался сейчас. Всем добро пожаловать на узник Азкабана. Подбирать, ну-ка. О, как я умею. На Enter? На что подбирать-то? А, смотри. Так, ну-ка. Какой-то кошелек. Это кошель. У меня не такой кошель. У меня, блин, мой кошель где-то не тут, в общем. Не люблю такие кошели, у меня без застежки. Застежка ломается вещь. Непонятно вообще, что за кошель. Ой, доллар, там доллары, я просто по запаху чую. Читать, показать. Мэтью, пожалуйста, прочитай это письмо, прежде чем выбрасывать. Я умираю, Мэтью. Прежде чем я отойду в мир, но я хочу увидеть невестку, внучку и тебя. Невестку? Мне казалось, что это жена уже, если у нас дочка. Я не видел Эллен с вашей свадьбы, а Энн и того дочь. Ты имеешь полное право ненавидеть меня. Я знаю, что был плохим человеком. Знаю, сколько боли причинил тебе и твоей матери. И знаю, что это уже не исправить. Я надеюсь, что звук нормальный, я вроде тестировал, но... Игра просто безумная, что они звуки. Не был лучшим отцом, но по твоему голосу поэтому... Как выйти? Хорошо, я понял, что ты жалуешься. Опять нытик, отец какой-то вообще стрёмный, зря вообще себя приехал. Едешь вот... Блин, почему тут все зашурено? Вообще странно, вот ты. Вы видели какие-нибудь такие вагоны, чтобы окошко смотровое было? Ладно, это интересный поезд, поезд будущего. Ну спать вообще нереально, смотрите. Кровать не раскладывает. Ну что, вот что это за вагон такой? Как тут ехать? Ну это разве что, не знаю, на село где-то в 2 часа езды, не больше. Что же, пошли. Чтобы открыть, нажмите все. Я перенастроил управление. Ну, я вчера его настроил. Игра в Steam стоит, кстати, безумные 750 рублей. Пока не знаю, стоит ли он того. Пустый, какой-то журнал. Тут вроде сказано... месячный бегун называется. Ну-ка, посмотрим, что здесь. Вообще, реально похоже на Гарри Поттера и узника Азкабана. Еще какие-то чемоданы. Постойте, ну, сюда можно зайти по какой-то причине, ну-ка. Почему же я могу зайти, ну, куда-то все... я могу почитать Святую Библию. Ну, игра выглядит чисто визуально очень круто. Unreal Engine 4 как бы дает о себе знать. Постойте, это отсылка к The Walking Dead? Это кепка Клементины? Ладно, так узнал, что. Добега нажмите Right Shift. Но я просто хочу посмотреть. Я думаю, нам надо проверить наших девочек, посмотреть, как они там живы еще. Так, это что? Lucky Stars, сигареты. Окей, я не курю. Я предпочитаю вейпить. Я купил вейп, я вот сидел и парил. Вы думаете, а что видео не выходит? А я сижу, у меня во рту этот песос Optimus Prime, и ничего сделать с этим не могу. Ладно, пойдемте сюда. Что-то далеко же туалет находится. Так, постойте, это туалет. Нифига себе, блин, туалеты в Америке. Я тоже хочу такой.
Смотрите, какой крутой огромный сортир. Тут тебе ручка, если тебе встать тяжело, ты обожрался и ноги подкашиваются. И туалетная бумага под стеклом, чтобы не забрызгать ее. Ну, правда, вот... А, это еще, видите, чтобы запаха не было, господи. Офигенный сортир. Осматривать. Это йой-йой. По-моему, у моей дочки был йой-йой. Может, имя разыграть решили? Подумали, сейчас они выскочат с какой-то двери и будет скример. Я такой, они такие, мы тебя поймали на скример, Five Nights at Freddy's. То есть, ну, конечно же, что-то тут никого нет, вот что странно, все как будто, может, мне есть соусница, знаете, во снах всегда так, ты идешь, и ты идешь, кофе из Starbucks кто-то пролит на сиденье. Это что? Ну, в общем, ничего не происходит, то есть, ты идешь по коридору, и вообще ничего не происходит, взгляд, поезд. Представьте, никого нет, сейчас представьте, бабай выйдет, кстати. Я думаю, проверять двери не имеет смысла. Или имеет. Это кроссворд какой-то, неинтересно. Ну, пойдемте уже вперед. Мне кажется, постойте. А тут что, везде автоматы с физом каким-то? Очки. Джин Кагни. О, так, там столовочка. Может, они покушать пошли? Ну, просто забыл, йой-йой, бывает. Что-то поставь. Что это там? Что там дымит? Что такое-то? Ну, вот еще, кстати, туалет. Да, тут еще два туалета, но они закрыты. Люди ели вроде, ну или хотели поесть. Что N? Это вообще такое? Н? Стой. Что со светом? Что со светом? Ну в туннель, может, заехали, бывает. Вообще странный поезд такой, знаете, открытый. Как будто это реально какой-то, не знаю, поезд будущего. Блин, по-моему, кофе... У вас кофемашина перекипела вроде. Ну ладно. Может попробовать выключить? Я могу вино взять. Нет, вино брать мы не будем. Я не хочу пьянствовать. Что-то пока ничего не происходит. Где? Где экшен? О, постойте. Это грязь. Может уже здесь мы что-то найдем? Эх, тяжелая же у вас дверь. А реально дико тяжелая. Открылась. Открыть нужен ключ. Так, ключа. У нас есть ключ? У кого-нибудь есть ключ? Кстати, держите. Опа, пидюня. Кстати, как вам игра, чуваки? Пишите в комментариях. Давайте поделимся мнениями. Я пока не знаю, что сказать. Какие-то наушники лежат. Это вот Beats by Dr. Dre, кстати. Беспроводные. Только здесь место... это Sennheiser by Dr... By Dr. Z. И... Они крутые. Ладно, идем вперед. Я думаю, ключ у машиниста какого-нибудь будет. О, смотрите, ключик. Видимо, это местный ремонтик. Да куда же все делись-то? Че все пропали? Это мой личный поезд. Реально мне кошмар, походу, снится какой-то. Вот смотрите, когда ты бежишь, как это стрёмно выглядит. Так хочется, чтобы заиграла песня Go and tell Antrody. Помощь. Открыть. Нажимайте. Окей. Не врубилось. Тут надо, видимо, прям до конца их кручивать, может. А, мы не знаем, какой порядок, нет? То есть нам нужно угадать его. Ладно, первый вот этот подрубается. Значит, надо пытаться дальше подрубить. Видите, загадки пошли. О, смотри. Все подрубилось. Ну, вроде бы. А больше не надо ничего? Закрывать, ну, закрой. Нефиг, чтобы открыть. Все нормально. Ну что, поезд мы починили, я правда не знаю, зачем мы это делали. То есть, может быть, надо было вначале налево пойти, но в любом случае. Что-то упало. Люди как будто. Постойте. Тут разве так было? Как будто люди сбегали. Интересно, от чего это? Как будто вот люди еле-еле и просто бежать куда-то пытались. Ни у кого нет такого странного чувства, что. Что там какой-то шум в автомате. Ну ладно. Давайте бежим назад. Может быть, они уже вернулись, кстати. Может, они... Я не знаю. У меня такое, кстати, было в поезде, что я вот так шел, разминулся. И это было очень... На самом деле, странно. Но йой-йой, здесь просто вот так лежит. Жалко, подобрать нельзя. Отнесли бы им. Нашим родственничкам. Что-то пока опять же ничего не происходит. Еще грустно. Где? Вот это наш, по-моему, вагон. Или нет? Нет, это еще не наш, но идем на постой. Дальше нельзя, что ли? Я не могу вернуться? А в чем проблема?
не понимаю. А, я тебе дорогу вперед могу открыть. Ну ладно. Надо было проверять проход, я не знаю, почему это не сделал. Черт возьми. Ну, мне вообще. Ну, я не знаю, то ли должно быть так повернуто, выглядит немножко фриково. Хотя, с другой стороны, это удобно, то есть ты смотришь, как бы наружу. Тебе нравится. Это же интереснее, чем... Это явно интереснее, чем просто ехать. Постой, а там что-то... Блин, я подумал, это чьи-то глаза были. Пойдем дальше. Тут все вроде нормально. Какая-то грязь у входа, но это нормально. Люди натоптали, блин, осень. Просто очень странно. Мы идем. Просто какой-то бесконечный. Может, думаешь... О, нет. Что такое-то? Что происходит? Меня как-то унесло немножко. Так должно быть? Которых я не знал. Используйте аптечки, чтобы восстановить здоровье. Кто-то будет портить мое здоровье? Ладно. Пока вы. Чтобы встать, удерживайте ап. Хорошо. Я все еще удерживаю. Давай, поднимайся, мешок с дерьмом. Поднимайся. Чуваки, как думаете, в чем проблема? Почему мы не можем подняться? Может, надо другую кнопку удержать? А, не, надо было реально W удержать. Я просто на стенке управления поставил. Ну, знаете, я же левша. Какого черта поезд разбился, и, походу, я единственный пассажир. Да? What the hell? Oh, my fucking head. What happened? Oh, no. An accident. Ну блин. Мне нужен целый стол, чтобы двигатель. Мы врезались в кого-то. Энн? Эллен! Girls! Where are you? Здесь все закрыто. Is anyone there? Police? Anyone? Somebody help! Это действительно похоже на Сан-Хилл. Ну давайте пойдем по дороге. Стану просто, что никого нет, а потом, наверное, окажется, что мы умерли. Вот я уверен, что... Все тихо. Я уверен, что потом окажется, что мы умерли. Это ад. Вообще, Silent Hill, в принципе, вот вообще всю серию можно трактовать как то, что главный герой умер в автомобильной катастрофе, и все, что он видит, это просто параллельный мир. Ну, то есть, а как ты еще это опишешь? Вообще очень крутая физика, такие звуки, то есть... Я просто прочел несколько очень плохих звуков в игре. Ну, я думаю, мне кажется, ничем не хуже холода, если честно. Стрёмно. И свет от луны такой тоже стрёмный. Все так стрёмно, грёбаные вороны. Стрёмно, все такое страшное. Hospital. That's where they'll have taken the wounded. Гениально, Шерлок, больница, всех отвозят в больницу. Мне кажется, это птички? Нет, это не птички. Я думаю, эти птицы просто сидят и не следят за мной. Это хрен его знает, может, это птица. Ладно, идем. Как бы чего тянуть? Побежали. О, смотри-ка, мы, по-моему, приехали по адресу. Шивер Клифф. Вообще такое стрёмное название. Welcome to Шивер Клифф, население. Прячемся в высокую траву, нас не найдут. Мы не знаем, какие аборигены живут на этой автозаправке. Вы же знаете, во всех фильмах ужасов на автозаправке живет странный дед, который любит красивых девочек и красивых мальчиков. Дедуля, выходи. У меня для тебя припасё... Господи, лишний шум. Хуй. Что это было? Кстати, небольшой секрет для скримеров. Если вы хотите реально испугаться, то сделайте громкость выше. То есть реально это помогает. Как бы если вообще никогда не пугали скример, значит вы... У моих родителей такой же телевизор. Всегда такой же пузатый.
Показать текст, а что такое? Токио постепенно оправляется от мартовского теракта. Сейчас кажется, что, блин, я террорист какой-нибудь. Это какой год сейчас? Постой. Какой год? 95-й. Окей. Смотри. Can't just take it. Им просто так забрать. Нужно заплатить. Ah, fuck it. А черт, все, тут никого нет. Блин, я думал, сейчас деньги придется искать. Ни хрена себе интерактивчик. Скример и хоррор. Ладно, все. Я серьезно, извините, это просто. Насмотрелся ютуберов, которые постоянно вопят и сам вопить начал. Как бы это было мое вдохновение перед записью данного ролика. Да, я знаю, вы скажете, почему многие ютуберы вопят, но есть просто более чувствительные люди, я понимаю, что вот есть люди, которых не напугает горящая лампочка. Просто представьте, что вы находитесь здесь, вот вживую, в реальности. То есть вы не испугаетесь, если вы просто абстрагируетесь от происходящего. Типа, это игра, я никак вообще не причастен к происходящему, конечно, стрёмно не будет. Обычно психологи это рекомендуют делать в жизни, в реальности, стрёмно становится. Типа, абстрагируйся просто от происходящего. От лагов сейчас тоже абстрагируйтесь, ребята, их нет. Strange. Обычно эта машина страдает. Черт, чуваки, а это похоже на следы ног. И, может быть, когтей. Очень страшные листья. Ладно, продолжаем путь. Что написано? Вы входите в Шиверклифф. Я думаю, что это самая худшая дыра, которая только существует на свете. Городишко, в котором вечно воняет рыба и дерево. Этот запах до сих пор преследует меня. Так глубоко въелся в мое сознание, что я уже не могу без него жить. А вот в моем родном городе всеми тухлятиной воняло. Везде абсолютно. Вот ты выходишь, ну, кроме нашей квартиры, вот там не воняло тухлятиной. Так, поезд, походу, сломался. Опять эти поезда. Я люблю поезда. Наверное, пойдем на свет. Тут прыгнуть можно, да? Нет, нельзя, кстати. Странно. Может, прыгать, свет включу. Как я понимаю, фонарь не кончается. Кстати, там не люди сейчас столпились? Нет, такое ощущение, что там люди столпились. Но поезд как будто заведен, понимаете? И вот... Никто не слышит ничего. У меня постоянное чувство, что за мной следят. Я просто параноик. Ну ладно, вообще очень похоже на небольшой город Смоленской области, в котором я бывал. Очень похоже. О, блин, родной сортир. Опять сортиры. Кто же не любит в туалет сходить? Давайте пописаем, что ли. Го писить. Я ничего не трогал. Не смотрите на меня. Блять. Хватит. Извините. За мат я не ожидал просто. Так, постой. Может быть... Постойте, там кто-то идет. Да, блин, как открыть? Да, блин, а открыть как? Или оно открылось? Я не могу понять. Закрывать. Ну, блин, оно не открывается. Ну и пофиг, идем. Может, как-то обойти можно через платформу, потому что окно вообще не открывается. Там кто-то есть, мы видели девушку. Я точно видел девушку, чуваки. Я не безумец. Я видел девушку. Она была, ну, не то чтобы очень привлекательна, но... Anybody here? У нее был довольно симпатичный силуэт. Так что я не против познакомиться. Наверное. Может быть, нет. Что-то... Как будто люди все побросали, понимаете, сумки, компьютеры. Как... О, в Silent Hill на стене бы сейчас монстры стали появляться. Давайте идем против течения. Ура! Я сильнее тебя. Тупой эскалатор. How can I get the code? Постой, почему у меня сердце бьется? Парковка открыта с 6 до 12. Мы почитаем, парковка открыта с 6 до 12. Чтобы попасть на лестницу после закрытия, обратитесь к сотрудникам. В офисе дирекции вокзала можно попасть из главного зала. Приносим извинения за неудобство.
Извинения не приняты. Вы только что сделали мой геймплей длиннее. Мне это не нравится. Никого случайно нет? Здесь тоже случайно? Здесь случайно нельзя ничего открыть? Ну ладно, пойдем, наверное. Вообще реалистично, так ты бежишь, у тебя фонарь такой. Блин, посмотрите, вот ты идешь, и как будто у него глаз горит. Вот, вот так. Нам что, сюда надо попасть? Вопрос в том, как? Вопрос в том, как? Я сделал. Ладно. Вопрос в том, как мне туда попасть, к сотрудникам. Да, там, кстати, какой красивый город. Огни какие-то городские. Что-то горит, что-то светится. Еще какой-то проход, ну-ка. Ну, я не знаю, может быть, через окно надо было идти. То есть, может быть, я уже как бы запорол игру. Может быть, сотрудники... Еще тут все поднято, блин. Как будто они уехать хотели по-быстрому. Читаем. Помогает Павшу встреча анонимных алкоголиков. Ну, ладно, анонимные алкоголики, вроде ничего такого нету. Дверь? Почему просвечивается через стену? Показать 4951. Дурачок. Это как будто специально мне оставили. Ну, понимаете, дури. То есть, а может быть, это кому-то оставили? 4951. Действительно, какого черта? 4, 9, 5. О, постой. 4, 9. По-моему, она была закрыта. По-моему, было не так. Ладно. Меня радует, что-то очень даже не так. Гайд к Шиверклифу. 95-й год. Такое ощущение, что сейчас не 95-й. You remember us, right? We told you welcome home. We welcomed you. And you left us. We're disappointed in you. But don't worry, friend. Here you are. Что это за звук был? Что это за звуки? А какое-то объявление? Возьмем, давайте уйдем отсюда скорее. 4951, по-моему, пароль, не? 4951. Ха, я угадал. Память не подвела. Постой, можно закрыть это за собой? Мне так спокойнее будет. Опыт Resident Evil. Мне нравится, что здесь не так много скримеров. Я люблю, когда игры берут атмосферу. Например, Сома брала атмосферу. Но, кстати, очень многие этого не поняли. Многие посчитали, что Сома просто уныние. Но она берет именно атмосферы тем, что ты погружаешься в эту муть, в эту тину стрёмную. И именно этим она и нравится. Именно этим Сома, в принципе, она и заходит. Тем, что тебе стрёмно из-за атмосферы. Отлично. Фонарик сдох. Что теперь? Я не знаю. Ну, без фонаря видно, куда идти. Мне страшно, забей на фонарь. Не нервничай. Все нормально, все хорошо. У нас такие в торговых центрах стоят автоматы, чтобы купюры на монетки менять, и потом ты берешь монетку и тележечку. Блин, машина обычно, как говорят, фар, они наезжают на тебя. Че за чет? Че за херня? Кто это был, блядь? Кто это? Что за ник? Ну черт тебя за. Еще все искрит, ничего не видно. Скорее. У нас тут стрёмно. Мне кажется, эта игра скорее от создателей Сомы, чем от холода. Хотя хрен его знает. Как говорится, одна и та же херня. Спросил. Не умеешь задавать вопросы? Ах, ладно, пойдем. В столовке. Вот, в столовке вся рассказывают всякие сплетни последние. Идем в столовку. В столовке вся все знает, что пойдем. Маршрут 66. Это мой любимый маршрут. 666. Помните такой фильм? Тоже был такой интересный. А ведь говорили, не езжай по маршруту 66. Не вернешься с него. История о заброшенном доме. О, смотрите.
автоматики прикольные. Я вижу, что реально в Америке стоят какие-нибудь старые автоматы где-то. Черт, ну это прикольно, знаете, это круто, когда ты вот идешь, старые автоматы какие-то, ностальгия. Я представляю, как деды какие-нибудь там играют, косматые, бородатые, вот, и ты смотришь на их и думаешь, да, какие эти крутые деды. Наверняка в свое время... я ключи под горшком с цветами. Окей, значит, если мы хотим выйти, нам нужно найти горшок, желательно из цветов. Просто горшки бывают разные. Ладно, так, а ты тут тоже запертый? Ну ладно, ты запертый. Ищем горшок с цветами, он, скорее всего, где-то в здании. Загадки уровень бог, собственно говоря. О, вот горшок с цветами. Ладно, почему-то для этого я должен оббегать стойку, вам это не кажется? Вот это подвох, нет? Мне такое ощущение, что ходит тут снаружи. Давайте. Ключики. Такой лампуш крутой. Вот. Под него, знаешь, сидите. Что за херня, бля? Что это такое? Кто здесь? Мне немножко страшно. Вы же тоже его видели? Я его видел. Такой чувак, который похож на рокера, только лысый. И он тогда головой еще делал. Fucking father. Come to Shivercliff, he said. It'll be fun, he said. Oh, I'm dying, man. Forgive me. I swear. If I get out of this and find the girls, I'll finish that old son of a bitch off myself. Я думаю, сейчас скажет, что наверняка папка подстроил с горожанами. Прикол. Разыграть меня решил. Будет очень забавно, если... Так. А вот это не к добру. Я что, через 7 дней сейчас умру? Говорите. Yeah. Пап. Ты там? Подай мне знак. Я жду тебя. Прошу. Я пока попью, ладно? Темно и холодно. Прямо как в твоей... Впрочем, я не такой, я не буду шутить подобным образом. Зай, ничего. Я сум, там человек, там знак. I think there was a police station nearby. Полицейский участок. Someone should be there. О, да, классика жанра, сейчас там будет офицер Black Man. Или там будет офицер черный пистолет. What the hell was that? It's burning my fucking lungs. Возьми, мне кажется, Аллу реально лучше не идти. Что? Реально? Тут разлив нефти, что ли? Интересно, звуки как в Resident Evil. Как думаете, здесь есть гнильцы? Ни хрена? Ладно, хорошо. Жить будем долго и счастливо. Поднимаемся на... Да в чем правда? Что тебя напрягает? Ну, акули дерьмо. Я не понимаю, что не так. Ну, это пролил кто-то нефть, бывает, ну, или рыбу тухлую. Или еще что-нибудь. Ну, все же случается. Ты же говорил, тут город нефть, дерево. Видимо, теперь нефтепереработкой занимаются. От дерева до нефти один шаг. Это какой-то nightmare. I'm dreaming. This is not really happening. Да, как я уже говорил, в больничке наверняка лежит где-нибудь там в коечке. Хорошо. This could come in handy. О-о-о. Оружие? Значит, будем использовать. Посмотреть. Exhibit D. И тут сказано Exhibit D. Значит, видимо, нужно найти Exhibit D. А? Я что-то слышал. Помощь. Как? Что-то стрёмно стало. Вот сейчас становится реально немножко страшно. Уничтожить замок, нажмите инсерт. Ладно. А, то есть бить можно вот так. Так. Блин, ну если можно бить, надо будет кого-то. Можно ударить еще. Ладно, призраки, бойтесь меня. Это во мне Outlast, где у меня в руках только камера и хер. Здесь у меня есть монтировка. Я Гордон Фриман. Я Гордон Фриман. Дайте лучше фонарь бы дали лучше.
то сейчас представьте, какая-нибудь тварюга. Мне интересно, тут стены бить можно? Нет, к сожалению, стены пробить нельзя. Вообще очень похоже на Condemned Criminal Origins, если честно. Потому что так бежишь, ну там оружие давай. Оттуда как будто идут очень стрёмные звуки. Пойдем туда! Там будет весело! Чёрт возьми, чем дальше, тем хуже. Это ящик. Я там ничего не вижу, к сожалению, в переулке. Что же, идем вперед. Чтобы красться, нажать. О, мой бог! Ни хрена, это первый монстряга. Уйди, блядь! Уйди! Уйди, сука! Куда, блядь, идти? Уйди от меня, тварь! Галимая! Черт возьми! Черт, вот это было стрёмно, понимаешь, ты такой пришелец, блин, с трубкой во рту. Видели, у него трубка торчит. На молочный коктейль там пил в углу. Что за марсиане живут в вашем городе, дерьма и коробок? У меня просто вопрос, куда дальше идти, то есть... Куда я прокрадываюсь вообще? О май гад. Может туда, может вот к двери надо? Чуваки, наверное, туда. Реально надо просто сразу огреть это дерьмо и... Сука! Получай! Я вообще, у меня мышка на экране? Все, иди нахер. Он умеет дверь открывать? Надо это узнать. Не умеет. Первый монстр. Следующий с ним оказалась не столь приятной. Сделай так, чтобы он не возвращался. Сделай так, чтобы он не возвращался, или я его убью. Ты понял, Билл? Я убью этого ублюдка. Он больше никогда не поднимет руку ни на меня, ни на моего сына. Если я хоть что-то для тебя значил, помоги мне. Значило. Мне больше некого просить. В следующий раз он убьет нас, или я его. Постой, ну это мне, что ли? Явно письмо адресовано не мне. Я бы хотел проверить, что случилось с той тварью, но возвращаться мне немножко, это, как бы это сказать, стрёмно будет. Стиральная машина. Washing machines. А эти машины стирают мои тухлые носки. Постой, ну тварь-то вроде больше нет, кстати говоря. Ушла, видимо, поел. Я не знаю, что она там делала, просто у гаража стоял. Наркоман какой-то, наверное. Местные наркоши только и делают, что ширяются. Нет, на работу пойти, деньги зарабатывать, страну с колен поднимать. Трамп правильно говорил, что все, Америка вот такая вот, средний американец выглядит теперь как пришелец с Марса. Как будто там что-то было, чуваки, я клянусь, я там что-то видел. Возможно, я видел там твою мамку. А, ладно, все, хватит, 2К17, какие шутки про мамку. Хотя они никогда не устареют. Опять ключики. Все ключи, кстати, похожи один на другой. Вы заметили? Я один-то заметил. Может, сможем лифт запустить? Смотри-ка. Какая удача. Рычажок. О, вот лифт. Хорошо, может быть, может по лестнице пойдем? Чё проблема-то? Чё, ленивый? Он что-то заблокирован, ну ладно. Пойдем тут так. Давайте, парни. Поднимаемся наверх. Этот лифт выглядит лучше, чем мой, блин, лифт, видите, тут все и ковер, по-моему, ковер какой-то, нет, железный, и дерево в лифте. Нет, мне очень страшно. Только два человека на машину, а вдруг сейчас окажется здесь три монстра, что я делаю? Чё, просто так стрёмно. О, смотрите, ковры, прикольно. Как будто, блин, апартамент 666. Показать тех, что это на кассете. Поиграй меня. Проиграй меня. Хорошо, давай с тобой поиграем, кассетка. Привет, Майк, когда придешь с работы, пожалуйста, сходи в магазин, купи молока, фруктов, сыра, сахара. Пожалуйста, не забудь про сахар, иначе кофе будет невкусный. Сам же пьешь кофе с сахаром, паскуда, каждое утро. Ладно. Все, не будем на Майка гнать. Черт возьми, жена Майка, смотрите, вообще не хозяйственная, лежит какая-то рванная дрянь.
Не знаю, может это с ночи осталось, может они кувыркались, и она или он порвали майку, но что-то жалко ее зашили бы. Жена вообще не хозяйственная, ничего не зашьет. О, плей, давайте все изучим, потом будем проигрывать. God damn dolls. Черт возьми, стрёмные куклы, нормально что ли нету? Почему куклы некоторые просто такие стрёмные? Это как мне мой старший брат подарил... подарил на день рождения кота вообще дико стрёмного. Мне было 10 лет, он подарил мне кота с таким же выражением лица. С таким же выражением лица, и черт возьми, он просто как-то вот сочился злобой. Ну, брат меня никогда особо не любил, так что... Эджекнем. Вставляем. О, смотрите, прям интерактив. Ну-ка, смотрите, я могу играть с кассетиком. Ну-ка, а как заставить тебя? Ага, вот. Ну... Ну и? Я не понял. А, ее надо перемотать, окей, ладно. Так, о, ну теперь можно ее вставлять? Ну вроде нормально должно. Hi, Caitlin. I'm leaving this. Привет, Кейтлин, я уезжаю из этой дыры. Спасибо, что помогла мне вчера. Очень рад возможности наконец-то начать все заново. Позвоните-ка, обоснуюсь в Сиэтле. Ключ от квартиры я оставлю в ящике с меткой. Консьержу я не доверяю. До скорого. Дорман. Дарман! Я... Лучше бы ты доверился Дарману. Тут, видимо, кукольник какой-то безумный жил. Господи, посмотрите на эту куклу. Хоррор, блин, изо всех ушей прет. Ладно. Ладно, парни. Помеченный ящик. Только вопрос в том, как он... Ну, ты не сказал, как он его пометил? Ну, понятно, что тут какой такой разгром в квартире. Вот я не понял, правда, где метка была на ящике. Пойдем дальше, что ли? Ну, тут как бы ничего интересного больше я не увидел. Вопрос в том, от чего ключ? Так, это что за художественный ансамбль? Будь осторожней, Мак, администратор на стойке какой-то извращенец, не доверяю ему. Черт, по-моему, это он в переулке там наркотиками баловался. Он вчера со мной заигрывал, а Хейлин говорит, что видел его какой-то. Он у себя в кармане, в каморке порнуху смотрит. Порнушечка с Бразерс ТВ рэп. Этот парень чокнутый, да весь город. Ну, словно национальный конкурс психов проводит. Береги себя, подружка, пока. Что-то, Азия, ты понимаешь, американскую историю ужасов, когда две шведки, видимо, это Шаболда Пьюдипая, приехали в отель, и там с ними происходили всякие непотребства. Прям как видео с индука, типа, девки, непотребства. Чё-то возьми, ну тут кто-то решил поиграться с фломастером. Или с косметикой, или с тем и другим. Неплохо, не, я скажу, что неплохой контр Пушкина. Правда, вот мне кажется, замылили зря. Почему-то от этих картин идет какой-то шум. Может, из-за двери шум идет? Закроем за собой. Мало ли. Там у вас какой-то газ просочился. Ну да ладно. А, блин, я уж думал, тупик. Я уж испугал. Знаете, самое страшное, это в тупик попасть. Возьмем серьезно. Чё-то, это ощущение, что эти стены оживают. Повеселись в этой адской дыре. Спасибо за совет, наверное. Чёртова адская дыра. Что там? Ну, там, по-моему, вода течет или еще что-то, не пойму, то ли это газ. О, опять. Он меня, конечно, заметит. Не могу понять, это женщина или мужчина? Что возьми. Блин, оно голое. Это этот марсианин. Эй, марсианин, отвали! Я пробегу тебя, я справлюсь. Черт возьми, черт возьми, черт возьми! Нет, 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 спасайся, бегство! Может, город вампиры захватили? На время оглушать врагов. Я думаю, что нам это и нужно сделать. Я думаю, здесь никак иначе. Черт возьми, этот монстр быстрее меня. Но первое пришествие монстров действительно было стрёмным. Беги, парень, беги, беги от реальности! Черт, ну иди, блин, Квазимода, черт, это реально какие-то...
Это из сталкера как будто быть, парни. Бежим, бежим, бежим. Я убегу от тебя. Ай, черт. Почти убежал. Я от бабушки ушел, Чё, Тася, дома? Все, 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 уходим, уходим, уходим. Чё, Тася, их дохрена. Постройки, постройки, убегай, постройки. Он тупой, оно не догонит. Не тупое? Не тупое. Тупое, все нормально, господи. Ой, а понимаете, они стрёмные тем, что они тебя догоняют себя 100%. То есть здесь не действует правило, не смотри, оно тебя не догонит. Было прикольно, если бы сейчас меня догонял, или они в десятером меня догоняли. Серьезно? Я не буду там ключ искать, ну все, бесполезно. Блин, парень вообще не пугается, и он такой, типа, говно какое-то, выкину. Черт возьми, а вдруг в мусорке лежит труп? Нет, трупа нет. Yeah, I know this place. Maybe a little too well. Да, чё, а почему тут, чё скоро? Меня все время поражают персонажи в подобных играх тем, что они ничему... американские светофоры. Не удивляются. То есть, вот что бы ни происходило, это норма. Все нормально. Ничего страшного. Да, так и должно быть, конечно. Монстры бегают по улице. Нормально, что? Какие-то зомби по улице бегают. Нормально. Типа, а что бы вы хотели? Вот истинная суть людей. Это монстры и зомби. Вампиры. Кровососущие твари из Ведьмака. Of all the things that concern us, the most characteristic is the feeling of guilt. Every one of us has done some harm. Sometimes more, sometimes less. Сейчас кажется, что это мое подсознание. It kind of goes unseen. I'm not special in this case. I've done a lot of things I regret. Some of them I can't even forgive myself. И теперь мы узнаем, что персонаж, оказывается, наш главный герой, оказывается, ну, как бы, плохой парень, он делал плохие вещи. Давайте запрем себя в камере, так, будем тут сидеть. Я думаю, любой разумный... Черт возьми, кто там с коробками играет? Походу, кто-то допил свою фанту и просто решил помусорить. Засранцы. Нам нужна карточка, у нас ее, к сожалению, нет. Архивы. Может, в архивах мы найдем что-то про себя? Как думаете? Я думаю, да. Так, тоже прохода нету, ну и ладно. Ничего страшного. Пока что действие разворачивается неспешно. Нас напугали монстрами. И я не буду туда смотреть, мне страшно. Я спрячусь между коровок и буду тут сидеть. Ладно, это слишком уныло. Пойдем. Узнаем, что там, что там. Больше не играет, ну и ладно. Грустно, мне понравилась музыка. Это... О, это оружейная армори. Нам нужна карточка, чуваки. Вопрос в том... Как открыть проход? Понимаете, мы нашли ключ, а от чего он? Я не помню запертых дверей в игре, я только с карточкой видел. А, нет, хотя смотри. Вопрос в том, а... Ну, как мы отперли дверь, но... Дальше что? Нам нужно отпереть еще двери? Скорее всего. Так, хорошо, здесь карточка нужна. Просто, а где она не нужна и где нужен ключ, чтобы открыть дверь? Потому что в оружейную только карточка. Соответственно, где-то же должна... Где-то же все-таки... О, вот она. Звуки стрёмные. Смотри-ка, что там есть. Сможем потягаться с тварюгами. Заперто. Что-то слышал? Чувак, ты только что осознал это? В каком-то допросов? Я ничего не слышу. Ну, я имею в виду. Какой-то электрошокер, что ли? Все в кровяке. Да, по
По-моему, я тоже что-то слышу. Как будто вентилятор, что ли, работает. Шум стрёмный, куда я по земле хожу. Что-то пока вот ничего прям криминального я не вижу. Показать. Если я тебе нужен, я в архиве. Принтер все никак не успокоится. Но теперь у нас есть этот что? А, это карточка. Сержант Франциско Лагуна. Если я тебе нужен, то я вор. Кто-то вломился. Кто-то вломился, черт. Fuck! Fuck, where did it go? Постой, тут тварь была? Чё-то это уже стрёмно. Я её что-то... Я не замечал, что что-то было. Идём тихо. Ой, снова здорово. Чувак, где всё нормально там? Пойду. Ку-ку. Блин, как мне пройти мимо? Но он пока не реагирует. Может, мне в ту дверь? Чуваки, может, нам как-то... Видимо, оно умеет открывать двери силы. Может, мне как-то обойти его? Может, тут есть альтернативный выход? Я не хочу идти там. Я не хочу... Видите, вон она там. Я не хочу там идти. Но тут нельзя вдруг по-другому пройти, пожалуйста. Я хочу по-другому. Что мне делать? Дверь опять открылась сама собой. А, не-не, другая дверь. Блин, а как? Может быть, тут все-таки что-то есть? Не-не, мы даже войти не можем. Давайте. Чуваки, как быть? Отступаем. А, черт возьми, нет, самолет! Мне нужен тот пистолет. Вере, револьвер. Мы снесем этой твари голову. Да, вот, все готово. Так, где-то, где-то, где-то. Ключ мы взяли, окей, окей, все. Все, быстрее, быстрее, идем, 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 все, нет времени терять, время деньги. Fuck. Fuck, where did it go? Блять, блять, где тварь? Пока. Чёрт, азиан окна умеет пробивать. Блин, это мне? Беги, ублюдок, если хочешь жить. Что-то сзади, оно сзади. Куда бежать-то? Куда бежать? Мне нужно реально найти дверь, какую-то пули непробиваемую и пистолет. Чтобы сразиться с этой тварью. Берегите боеприпасы, они могут вам понадобиться в любой момент. Чё-то, а прикольно, знаете, игра, в которой можно стрелять. То есть хоррор, в котором ты... получаешь оружие в какой-то момент. Я знаю, многие это не любят, многие наоборот ценят Outlast за то, что в Outlast оружия нету. Fuck. Но я не знаю, в какой-то момент, мне кажется, ввести оружие в игру — это интересное решение. Попытка номер 3. Ну давай, тварь, где ты? На этот раз я буду быстрее. Run, man. Run, bastard. Run if you want to live. Черт возьми, черт возьми, черт возьми. Черт возьми, да кто меня ты кто? Оно не могло так быстро. Кто? Не понимаю. Хорошо, пока что я не нашел способа обижать тварь. Я бегу в проход, но она все время меня догоняет. Я закрываю все двери, и она все равно меня догоняет. Ладно. Я думаю, мы продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, черт возьми, было прикольно. Мне понравилась эта игра. Действительно атмосферная, и я бы сказал, это похоже на новый Silent Hill. То есть, Silent Hill от первого лица, чем не играю. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока, до скорой встречи.